Здравствуйте, уважаемые подписчики. Разберем упражнение тяга верхнего блока груди. Берем такой рукоять, беремся широким хватом. Взялись за рукоять, ноги заводим под варики. Вот, все. Вот исходное положение. То есть и сводим лопатки в нижней точке. То есть мы рукоять тащим вот сюда, лопатку сводите. Опа! И обратно. Лопаточки свели. И еще раз. Вот так делать не надо, как некоторые делают. Ну, большинство, скажем так. Берут за рукоять. И тащат куда-то ее вот сюда. Как-то вот так делают. Или вот так отклоняются, вот так делают. Вот так делать не нужно. Запомните, пожалуйста.